Итак, друзья, всем привет! Сейчас у нас будет распаковочка посылки, но сначала начну с того, что там должно быть, на замену чего и так далее. Вот во что превратилась ручка на газовой поверхности, ну или половинки плиты, не знаю, как хотите называйте. Вот такая вот тема. Я попробовал подобрать ей замену на Али, потому что у нас в России замена вот такой одной ручки стоит больше 1000 рублей. То есть вот такая вот пластмасска со встроенным кусочком железки внутри. Не знаю, насколько это видно. Стоит у нас больше 1000 рублей. На Али ценники в разы меньше, поэтому я попробовал заказать. Ну и сейчас посмотрим, что из этого вышло. Подойдет вообще или нет. Но замечу сразу, что судя по весу и по звуку, там внутри вообще железяки. На что, в общем-то, и уповаю, потому что железо уже будет не ободрать. Так как вот здесь вот краска вся облезла. Почему я выбирал по дизайну такие. Но я думал, это будет пластик, покрытый железякой. Получается, это вообще железяка. Будет ли держаться, тоже вопрос. Ну, как говорится, если что, переделаем, чтобы держалось. Уже есть вопросы. Вот этот столб тут вроде больше торчит. Ай, ну посмотрим. Первое, да. Именно железяка. Увесисто. По диаметру. Ну, на глаз, в принципе, похоже, а вот система крепления, по-моему, не похожа. Может быть, что я заказал зря. Но, в принципе, в то же время 500 рублей, а не 1000 с лишним. Причем 500 за все. Точнее, даже 480. Ладно, пойду проверять на плите. Ну что, в итоге ручки подошли, как вы видели на фотографиях, идеально. Вот то убожество, которое у меня было. Ну и на фотках, я думаю, вы увидели, как оно стало. Единственное, если приглядеться к фотографиям, там я маркером на последних фотографиях уже видно нарисовал пока полосочку. Само собой, оно со временем сотрется. Мы должны будем привыкнуть, что у этих ручек сверху пимпочка была, а новые смотрят влево, то есть повернуты на 90 градусов. Это единственное отличие от тех, которые у нас были.